Так, всем привет! Ну что, в нашем доме поселился замечательный сосед. Вот такой вот пылесос без мешка для сбора пыли с фильтром. Отойди-ка сюда. Контейнер, шнур, длина, все такое. Называется какая-то медиа. Открываем сие великолепие. Почему заказала его? Потому что, честно говоря, прочитала отзывы, когда искала, и очень много отзывов, что это хорошее соотношение цены и качества, что при его объеме он отлично выполняет свои функции. Так, смотрим. Шнур. Ну, в общем, шнур как шнур. Дальше. Вот такой вот. Такая вот деталька. Так, это насадки. Вот эта насадка, я так понимаю, что она для ковра. А вот это вот обычная. Ну, честно говоря, как-то он, да, выглядит... Какой-то он, мне кажется, очень уж маленький. Сам пылесос. Сейчас я его вытаскиваю из пакета. Сейчас. Вот так вот он выглядит. Но он реально выглядит очень маленьким, скажу я вам честно. Очень маленьким. Сейчас я принесу старый пылесос, который у меня есть. И сравните масштабы бедствия. Вот сравниваю. Вот этот вот занусик, который у меня отработал 8 лет верой и правдой. Он тоже без мешка для сбора пыли. И вот это вот лилипуська. Лилипуська-малипуська. Так вот она, наверное, как-то снимается. Хрен не знает. А, вот так вот. На кнопочку нажимаешь. Вот тут фильтр. Ну вот он сделан по такому же принципу, как и заносе, то есть у него нет мешка для сбора пыли, у него вот через фильтр вот все вот в этот вот сходит. Ну что, собственно, основное назначение пылесоса, ну он такой, смотрите, маневренный, маленький, такая малютка. Честно говоря, мне нравится, что она такая малютка, но теперь главное, чтобы эта малютка, как говорится, хорошо работала. Все, сейчас собираю и будем пылесосить. Ну что, я собрала малютку. В общем-то, это было легко. Даже такая блондинка, как я, разобралась. У него вот такой вот шнуряка. Ну все, и дальше. Сейчас малютка должна показать себя в действии. Хотя я думаю, что на самом деле... В самом начале все пылесосы работают хорошо. А вот потом, что происходит со временем, ну, расскажу вам, если у малютки будут проблемы. У заноси сейчас проблема в том, что он стал пропускать... Ну, короче, он стал плохо работать. Он стал плохо всасывать пыль. Я его, конечно, пока не выбрасываю. Не могу найти к нему фильтр. Может быть, это из-за фильтра, а может быть, это из-за того, что там внутри какие-то детальки. Ну, в общем, не знаю, почему. Мощность у него была 200. У этого, по-моему, тоже такая же мощность. Сейчас скажу. Нет, у этого мощность 1600. То есть он даже меньше, менее мощный. Ну ладно, будем пробовать. Ну что, я что-то включила малыша, он такой шумный, я вам скажу честно. Ну что, шумный малыш.
Пошли работать. Все, выключила малыша, но по мне так он шумнее, чем мой Занусси. Так, откручиваем, откручиваем это. Прям горячий. Вот смотрите. Шерсти-то немало накатал. Естественно, сейчас я быстренько это уберу и подготовлю для следующей уборки. Ну, вообще, малыш, малыш хорош, что я могу сказать. Пока у меня нареканий нет, он прям действительно мощно себя ведет. Мощно, громко. Пока поставлю ему хорошую оценку. Время покажет. Даже кошка в шоке. Уж на что она не сильно никогда не реагировала на пылесосы. А этот все-таки шумнее. Сообщение пришло. А этот шумнее, и это даже кошку старенькую взбаламутил. Все, вот такой вот вам обзор. Обзор моего малыша. Вот так он разбирается, открывается, тут на кнопочку нажимается, он открывается. И потом тепленькой водичкой промываем фильтр. Все детальки. Даем фильтру высохнуть. Ну, это, наверное, как в любом пылесосе такого типа. Не знаю, мне кажется, уборка пылесосами вот без мешка для сбора пыли, она гораздо лучше. Вы не храните эту пыль, вы сразу быстренько все выкинули, все промыли. И у вас опять все чистенько, красивенько. Ну что, пожелаем моему маленькому другу работать долго. И хорошо. Видите, сколько пыли собрала, я всего ничего, даже ковер так немножко, чисто символически по комнате, где пока склад пропылесосила, чисто символически, потому что там темно и все равно не видно будет показать сейчас. Все, вымываем. Оставляем сушку, потом соберем и следующей уборке будет готов. Все, вот теперь точно всем пока-пока.